Вот и заканчивается пара летних отпусков. Многие жители района уже возвращаются к себе. И, конечно, хочется посмотреть за это время, что изменилось в районе. Конечно, в первую очередь, лучшую сторону. Лучшую сторону, конечно, у нас многое изменилось сейчас. Прошел праздник фейерверков, благоустроена набережная Москвы-реки, благоустраивается территория около метро Борисова, вдоль реки Городни. Это совсем новый облик, там совсем другая парковая зона, где можно посидеть, провести время и взрослым, и детям. Вот сейчас в полном разгаре, к сожалению, хотелось бы, чтобы это было к приезду к 1 сентября или хотя бы к Дню города. Ну, наверное, по всей видимости, строители не успеют, но благоустраиваются наши пруды. Это будет тоже очень красиво оформлено, где можно будет нашим жителям посидеть, посмотреть на водную гладь,